Подготовительные классы «Малышок», функционирующие на базе 4-й Леневской школы, выпустили очередных будущих первоклассников. Этого момента почти уже школьники ждут с нетерпением. Весь год по выходным они приходили к своим будущим классным руководителям, совсем как первоклассники садились за парты. Привыкали к школьной среде. Последняя встреча классов «Малышок» прошла в актовом зале, в торжественной обстановке. Организаторы мероприятия постарались сделать для ребят этот день незабываемым. Программа праздника была построена таким образом, что выпускники стали ее главными участниками. Со сцены демонстрировали, как выразительно и громко они научились читать стихи, которые дома долго репетировали с мамой. Хвалились своей сообразительностью, отгадывая загадки ведущей, и с удовольствием пели песни. Он – дружок зверям и детям. Он – живое существо. Но таких на целом свете больше нет ни одного. Потому что он не птица, не тигренок, не лисица, не котенок, не щенок, не волчонок, не сурок. Но заснято для кино, и известно всем давно, это милая мордашка, он зовется... Чебурашка! Сейчас все мысли ребят о школе. Они уже представляют, как придут сюда 1 сентября, нарядные и с цветами. А на следующий день вместе со всеми школьниками, гордо неся за плечами портфель, окунутся в учебный процесс и школьные будни. Родители, присутствующие в зале, с грустной нежностью смотрят на своих подросших деток. Говорят, с поступлением в школу детство заканчивается, но сама-то ребятняка к этому рада. Нужно будет их поддерживать, постоянно, каждый день вместе с ними учиться вновь. Клянусь, будь я мать или будь я отец, ребенку всегда говорить молодец. Клянусь. Дети, слушайте, потом будете с них это требовать. Клянусь я, в учебе ребенка не строить. Клянусь, вместе с ним все науки освоить. Клянусь. За двойки клянусь, я его не ругать. И делать уроки ему помогать. Клянусь. А если нарушу я клятву свою, тогда я последний свой зуб отдаю. Тогда моего обещаю ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой 3 раза.